мы видим, что туризм – это самая динамичная сфера экономики Камчатского края, и она в огромной своей части зависит от, опять же, работы на уровне муниципальных районов, от готовности предоставлять земельные участки и от скоординированности и продуманности этой работы на вашем уровне. Сегодня обсудим, как такие схемы планирования разрабатываются под те наши точки, те кластеры, в которых которые наиболее привлекательны для создания соответствующих объектов.